Рак не случается вдруг. Следите за состоянием слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей. Если эти симптомы беспокоят вас более 2 недель, обратитесь к оториноларингологу. С 40 лет проходите ежегодный осмотр у этого врача. При своевременном выявлении рака в области головы и шеи он успешно лечится. Выбери жизнь, исключи рак.